Шестой Восточно-экономический форум стал крайне плодотворным для Сбербанка. В рамках второго дня форума Сбером и представителями дальневосточного региона был заключен ряд соглашений, затрагивающих такие сферы, как цифровое здравоохранение, морской транспорт, строительство и другие. Сегодня с правительством Приморского края мы подписали очень важный для нас документ по сотрудничеству в направлении медицины. Сбер активно участвует в этом рынке и планирует дальше развивать свое участие. И вместе с краем мы будем развивать самые интересные технологии, в том числе основанные на искусственном интеллекте, для того, чтобы у населения края было больше возможностей получать самые передовые медицинские сервисы по самым оптимальным условиям. Также заключено соглашение, которое в дальнейшем поможет в развитии цифровизации процессов управления строительными проектами в Приморском крае и внедрении автоматизированной системы «Стройка». Это инновационная разработка Сбера. Сервис дает возможность в режиме реального времени управлять неограниченным количеством строительных объектов. То, что правительство Приморского края первым среди всех субъектов Российской Федерации взяло на вооружение такое цифровое решение, это означает, что все строительные объекты, которые находятся под координацией различных ведомств правительства Приморского края, ожидает, собственно говоря, эффективное управление. По мнению представителей Сбера и партнеров, подписанные соглашения в рамках ВЭФ благоприятно повлияют на развитие Дальнего Востока, ведь цифровизация бизнеса и общества – это новая реальность. Алина Черненко, Игорь Егоров, новости на Восьмом.